Handbags Creme Plus Extra Mix, английские сумки, пятый пакет, английский микс сумок. Сумки очень качественные, модные, без износа, либо новые, вот. Стильные такие вот красочные сумки с цветочками, будете очень оригинально выглядеть среди общей массы людей. Такая, ну, состояние новое у нее, если посмотреть, приглядеться. Если не ошибаюсь, это кожа. По-моему, кожа. Да. Вот это именно кожа. Ручки, по-моему, тоже кожаные. Бренд не скажу, потому что не указан. Замки. Замки все работают. Ну, смотрится... Дорого, очень дорого смотрится. Такая оригинальная сумочка. От Манго. На магните. Манго Тауч. Тауч. Замки тоже все работают. Так вот. Сумочка закрылась. Очень стильно выглядит. Кожаная сумка Чибо. Ой, Чибо, как называется? А, Woman Чибо, да. Замки все работают. Такая вот классическая черная. Ну, там еще и кошелечек маленький в комплекте. Бренд не указан, состояние новое. Ну. В очень хорошем состоянии. Никаких потертостей, никакого брака, ничего нет. Следующая сумка тоже, по-моему, кожаная идет, да. Могу ошибаться насчет кожи, потому что не эксперт. Потому что сейчас настолько качественно все делают из-за эко-кожи, поэтому иногда можно ошибаться. Но, по-моему, это эко-кожа. Да, это эко-кожа. Состояние идеальное, отличное, износа нету, царапок тоже нету, все на месте, замки все работают. Такая вот стильная сумка, Fashion Vintage Style 2015 Love. Ну что здесь написано, читать не буду, можете сами посмотреть. Очень не понравилась она. Очень, очень стильно смотрится. Такая хорошая такая сумка. Тоже. Бренд Yesterday. Что ли? В общем, набор букв каких-то иностранных. Очень хорошего качества, брака никакого нету, замки все работают. Такая классическая черная сумочка, без износа, состояние новое, замки все работают. Бренд Valentino Fashion. Такая вот сумка.
Замочки все на месте, все работает. Такая вот интересная розочка. Внутри немножко грязная от косметики. Бренд неизвестный, но производитель немецкий какой-то, почему-то по-немецки написано. Дженни Фейри. Замки все рабочие. По-моему, не могу сказать, кожа не кожа, но очень похоже. Бренд Bodenschatz, по-моему, немецкий. Износ никакого нет, состояние новый. Никаких потертостей. Отличная сумка, дорого смотрится достаточно. Такая, ну, ультрамодная, я бы сказал, такой цвет. Желтый, яркий. Бренд H&M. Ну, молодежные. Классная сумочка. Такой кошелек. Новый, кстати, даже. Бумажечка остался. Такая вот сумочка. Манго аксессуарс. От манго сумка. Тоже никакого брака, ничего нет. Очень стильно смотрится, очень хороший материал. Сумка бренд тоже непонятен. Замочек работает внутри, снаружи замок работает. Отличная сумочка. Это еще тоже такая модная сумка. Внутри замки работают. Опа, внутри замочек. Внутри замочек расходится. Один работает. Ну и главное снаружи. Снаружи все работает. Стильно смотрится. Интересная расцветка. Такая вот сумочка, замок, все работает. Гоу. Замки работают, крепление работает. Бренд Байлис энд Хардинг, Англия. Качественный материал, хорошая сумка. Рюкзачок такой, атмосфера. Сумочка. Аксессуарс. Замок все работает. Вот такие две сумочки. Нет.